Ван Панчман. 201 глава. Столкновение сил. Кто же сможет добраться до него? Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Может быть, сегодня я встретил 4 людей, превосходящих меня в скорости. Невозможно. Непростительно. Световой кулак! Читерская вращающая защита. Платиновые кольца. Так это и есть тот уровень, которого может достичь обычный человечишка. Черт! Скользящий теневой пинок! Ты полностью открыт. Что-то не так с твоим духом? Ты как и темноблеск. Когда кто-то превосходит тебя в твоей специальности, теряешься и пытаешься защитить хотя бы свою гордость. Это и значит быть героем, а? Тех, кто действительно хочет защитить слабых. Я существую! Флэш, сэн! Остались только ты и я. Теперь... Когда остались только двое, вспышки даже ускорились, и световая траектория стала еще плотнее, чем прежде, беспристрастно ускоряясь, словно нейроны. Гарроу. Плачь! Позволь пройти. Идем, прими мою силу, и мы победим твоих врагов вместе. Когда придет время, не жди, что кто-то придет и спасет тебя. Кто ты? Цумаки, ты воспротивилась этому. Ты и правда выросла. О, кто это? А? Эй, Бласт, куда он убегал? Бласт? Значит, он существует? Мы смогли остановить его на самой грани, но я позволил ему войти с ней в прямой контакт. Когда мы попали в пространственную расщелину, благодаря эффекту куба, ты Кинг. Верно? О, что? Так точно. Я оставляю эту Цумаки на тебя. Я должен вернуться, чтобы обеспечить поддержку. О, поддержку? Я сражаюсь не один, знаешь ли. Эй, погоди. Он исчез. Кажется, у той многоножки был свой собственный босс.
жалкие человечешки, слушайте меня. Уровень угрозы неизвестный. Многоножка мудрец. Мы были посланы, чтобы уничтожить восставшего против бога наглеца. Мы воплощение нашего отца земли. И воплощение нашей матери океана. Испытайте же божественное возмездие и разрушение. Уровень угрозы неизвестный. Злой океан. Как насчет этого? Нет!